Привет всем! Сегодня я вам покажу, как на материнской плате Asus B450M Pro Gaming обновить BIOS. Для этого нам нужно заходить на сайт. Здесь находим BIOS. Через программку КПУЗ смотрим, какой у нас сейчас BIOS стоит. У нас версия 2006-2012 года. У нас это 2006-2019 года. Сейчас вышла 2020 года новая версия. Скачаем одну и другую. Для этого нам понадобится флешка. На этой флешке копируем один BIOS и другой. После этого мы выключаем компьютер. Выключили компьютер и заходим в BIOS. Чтобы зайти в BIOS, мы нажимаем Delete или F2. Так, Advanced Mode, Tool, Asus ES Flash Utility, через USB, Next, выбираем наш флешку, она здесь. Нам нужно вот этот первый. И идет процесс BIOS. Система успешно обновила. Компьютер перезагрузился. После этого нам нужно нажать F1, чтобы зайти снова в BIOS. Нет. И видим, что BIOS у нас версия 2.2.0.2. Так, компьютер у нас открылся. Заходим в программу КПУЗ и смотрим, какая версия BIOS стоит у нас. Была 2006. Сейчас у нас стоит 22.02. Спасибо всем за просмотр.